Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. В Хабаровске прокуратура проводит проверку соблюдения правил перевозки пассажиров из-за инцидента, произошедшего в пятницу. Пассажиры сообщили, что водитель автобуса номер 25 «5 звезд» высадил их из-за того, что ему было необходимо совершить обязательную молитву. Компания перевозчика сразу же поспешила извиниться перед всеми пассажирами. Извинения принес и водитель автобуса Далер Керимов. Видеозапись также выложена в социальных сетях. Я Керимов Далер Васильевич. То, что произошло в пятницу, в моем стороне была ошибка. В городском управлении транспорта считают, что все свои пожелания, в том числе религиозного характера, следует реализовывать во внерабочее время. Позднее имам молитвенного дома «Южный» города Хабаровск Махмат Карим Саидрахмонов и руководитель администрации духовного управления мусульман Махина Султонова провели разъяснительную беседу с водителем. Представители религиозной организации указали на то, что подобные поступки отдельных мусульман негативно влияют на отношение окружающих ко всем мусульманам, а молитва не должна создавать проблем для других людей. В ближайшее время данная разъяснительная работа будет усилена. В одном из хадисов пророка Мухаммада, мир ему, говорится: «Настоящий мусульманин тот, от чьего языка и рук не страдают другие люди».